В Краснодарском крае завершены поисково-спасательные работы. 3 тренера и 8 детей-спортсменов из Тверской области эвакуированы со склона горы Очишка сотрудниками Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и на вертолете Ми-8 доставлены в Красную Поляну. Утром в региональном правительстве было проведено оперативное совещание, во время которого от МЧС поступила информация. Пришло сообщение от матери одного из детей, что сын вышел на связь. Ребенок сказал, что они заблудились в районе Красной Поляны. Все живы и здоровы. Сотрудники МЧС с использованием бортовой лебедки и спасательной косынки подняли детей и тренеров на борт воздушного судна и эвакуировали в поселок Красная Поляна. Там туристическую группу уже ждали врачи скорой помощи. По итогам осмотра состояние здоровья детей и взрослых признано удовлетворительным.